Ну, Филипповна, поэтому вы вечером вы приходите. Ну, да, чтобы вы с Максимом. Сейчас, секундочку. Я сейчас только покажут вам Венеру. Включил камеру. Сегодня у нас какое? Третье. Третье. Видите, вот это да, есть Венера. Третье сентября 2000. Ну, тут же, в принципе, зависит. Если я чуть-чуть сейчас по тропинке дальше смещусь, она переместится на 16-этажку. Да, но это если... Над 9-этажкой. Сейчас она между 9-этажками, тогда, когда я смотрела. А время то же самое было, не помните? Приблизительно, может, чуть позже. Может, раньше, не знаю. Примерно так же, потому что даже недавно было, когда несколько дней назад, уже так же. Да. Вот это... Сатурн. Не-не, это у нас Венера. Венера. А, Сатурн. Она же за Солнцем садится. Сатурн, вон, вон Сатурн. Ой. Подходите, Сатурн. Посмотрите, не стесняйтесь. Нет, подойдите. Подойдите, посмотрите. Вот она как лежит. 169 миллионов километров. 169 миллионов. Вот это Венера. Вот если в глазок вы посмотрите, вы увидите еще лучше вот здесь в окуляр. Видите? Да, тут вот она смещается. И движение это видно, вращение, да. Планеты Земля, поэтому как бы у нас Земля поворачивается сейчас, получается, влево. И по краю красненькое такое. Что-то я изучала, подождите, Венера у нас от Солнца вторая, да? А, да, после Меркурия, Меркурий ближе. Венера, Земля, потом Марс. Ну, Меркурий сейчас не видно, вернее, он-то виден, но у нас не такое чистое небо. А так кажется, что она вот на месте, да? Ну, конечно. Ну, это так же, как с Луной. Луна вообще через кадр пробегает, как паровоз проезжает. Просто увеличение. 125 крат. Тут оптическое увеличение, как... Это получается, она ближе к Земле. С одной стороны Марс, с другой стороны Венера. Да, совершенно верно. К нам... А потом дальше... Ой, ну, уже, а тут сейчас даже еще быстрее, мне кажется. Тут даже фазу видно. Вы видите, что у нее правая часть больше освещена. Да, 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 да. А левая меньше. Это потому, что Солнце для нее справа находится. Вон оно зашло. Сейчас я подвину чуть-чуть. Это убегает из кадра. А вот действительно она идет уже правее. Вот смотрите. Да, интересно. Смотрите, Юпитер, а Сатурн вы, наверное, не заметите на небе, но я вам его тоже берусь показать, кольца на Сатурне. А кажется, вот здесь освещение... А как она быстро двигается? Больше. Потому что приблизина. Ну, конечно. А если есть, вот-вот она идет, идет уже... Чем больше приближаем, тем быстрее она через кадр проскакивает. А когда я МКС я пытаюсь снять, так оно пролетает вообще мгновенно. Смотрела, внучка находила в углу, Максим. Правда? Да, ну да, что? Да, ну я вижу, вы мои, я же вроде... А, я говорил, что я Максим Костенко, да. Да, Максим Костенко она нашла, но в тот вечер вы еще не выложили в этот. Ну да, я... сейчас посмотрим. Он у нас Юпитер. Сейчас мы увидим его, Галилеевы спутники его посмотрим. Те спутники, которые там по преданию Галилей свою подзорную трубу увидел. Ветрено, конечно, сегодня не очень удачно, но зато хоть облачка разогнали. Я засиделся за компьютером, потом глядь в окно, а небо-то чистое. И я руки в ноги на велосипед. Это что-то на велосипеде издалека? Да нет, я с дружбы народа. Максим, а что вот это вы сказали? Свободные продажи такие вещи? Это фотоаппарат обычный, я его купил здесь в Харькове на 23 августа. Я имею в виду в магазинах оно? Да, я заказал. По телефону говорю. Это вот в прошлом году, когда коронавирус начался, нас с работы отправили по домам отсиживаться. Я думаю, что же я буду сидеть бездельничать. Поснимаю хоть. И купил фотоаппарат. Ну, смотрите. Там на нем сейчас даже можно полосы увидеть экваториальные. Сбежал, да? Не, касаться штатива нельзя, потому что он же убегает. О, да, смотрите сейчас. Ой, боже. В окуляр, смотрите, вы будете гораздо лучше видеть. Ой, тут еще больше. Ну, как оно туда... И там же спутники, тут еще он не видите вы спутники? Там... Ну вот точечки там, вот это точки спутника. Боже. Идет Ганимед, Ганимед сейчас в самом хвосте. Это очень... Все, уже ушел. За кадр. Давайте сейчас я Филипповна посмотрю. Поймаю его еще разочек. Так, вот.
где вы работаете? Я в цехе, нет, я в цехе за станком, я рабочий. Это просто развлечение. Смотрите, Филипп. Вот он поднимается как раз вверх. Не выпал из кадра, видно? Гуляет. Гуляет, да. Ну, ветер еще сильно мешает, конечно. Пошел вправо. Какая из них дальше? До Юпитера сейчас 604 миллиона километров. Да сейчас Сатурн посмотрим, до него 1 миллиард 300. Ой, боже. Так, сейчас я посмотрю. Секундочку еще. Да, ну вот эти точки, это как раз... Спутники. Да, идет сейчас у нас первый справа. Это Каллисто. Ну, его пока еще плохо видно. Каллисто, потом идет... Ой, как сильно ветер. Ну ладно, давайте я вам покажу кольца Сатурна, а то с таким ветром снимать. И вас уже задержат, сейчас позамерзаете. Сейчас. Сейчас покажу Сатурн, покажу его колечки. До Сатурна 1 миллиард 359 сейчас миллионов километров. Да, ну они, это... Это просто огромная планета. В 1600 каком-то году, посмотрел на улички. И он уже забыл, что мог увидеть эту. Ну да, да. Просто тяжело же было линзы эти сделать. При тех технических условиях. А сейчас, да, я вот там на свою зарплату рабочего взял, купил себе игрушку, которая в разы больше увеличивает, чем у Галилея. Ну зато получаете. Прошу. Идите, вот, посмотрите. Юпитер. Сатурн, это Сатурн. Это Сатурн. Ну, с кольцами, да. Ой, как хорошо видно это колечко. Да. Вот да. Так, да. Но, к сожалению, сейчас будет Сатурн вращаться, это кольцо станет ребром, и оно будет для нас видно, как просто полосочка. Все уже, но... Давайте, я сейчас подверну чуть-чуть. А, здесь уже. Боже. Вот, вот оно, видите? Вот даже на этой, на экране. Сейчас вот никогда это... не был планетарием, можно сказать. Да я сам не был планетарием. Но это увлечение совершенно случайно. Я купил себе совершенно для других целей фотоаппарат. И там было 50. Ох, как кольца видно. Ой, как прекрасно. Я понял, что на Земле такого снимать нечего. За 10 километров уже атмосфера Земли плывет. Все в пыли, в саже, в смоге. То есть нету смысла увеличением таким пользоваться. Только вверх в небо что-то смотреть регулярно. Все ушло. Убежал. Он все время бегает, что ему да, там. Это сам вот это любовь. А что-то выключил. Здрасте. Звезды изучаем. Ну, планеты в данном случае. Юпитер, Сатурн, он, видите? А можно глянуть? Ну, конечно. Так, можно. Можно даже собачкам показывать. Так, спасибо большое. Спасибо. Не за что, не за что. Подходите, вот в окуляр старайтесь таки не зацепить, а то выпадет из камеры. Не, они не кусаются, они. Это... Не переживайте. Спасибо. Да, спасибо. Да. Приятно было еще раз с вами встретиться. Тут уже... Ясно, повод. Ну ладно, никуда не денется. Сейчас я постараюсь попасть. Быстро... Пропустит она, не переживает. Быстро убегает из кадра. Сейчас, секунду. А, довольно большое перемещение. Ну, увеличение 125 крат, и оно через кадр проскакивает. Сейчас, секундочку. Будем его ловить. Ну вот, давайте пока так. Вот окуляр. Угу. В левом верхнем углу. Блин. Кольца хорошо. И вот она в правую сторону чешется, довольно приличная скорость. Ну это же вращение Земли сказывается. Ага. Вон там сейчас Венера садится, уже за девятиэтажку спрячется. А у Сатурна. Это Сатурн, да? Кольца видно у Сатурна. Все, ушел туда. Ну, я сейчас его чуть-чуть сдвину. 1 миллиард 359 миллионов километров вот до него сейчас. Дрожит, потому что ветер. Ну да, понятно. Шатает, штатив, Я чуть-чуть фото занимаюсь, так что понимаю.
Ну, у меня таких увеличений, конечно, нет. Ну, это зум-рекорд. Ой, да, пока, красиво. Пока фотоаппаратов с большим зумом не создали. Сейчас я на Сатурн, на Юпитер переведусь. Вон Юпитер хорошо видно. Да, с моим зрением нет. Ну, тут вообще можно, конечно, на фотоаппарат. Это же у нас это, тут прямо Сатурн, да? Вот. Не, вот эта большая яркая, это Юпитер. Юпитер, да? Да, а справа он более тусклый. Нет, тогда не вижу. Вот Юпитер вижу. Ну, да, ну Юпитер очень хорошо. Слава богу, хоть что-то вижу. Понимаю, у меня самого вашего зрения портится. Я как-то год назад буквально я осознал, сколько это существует. Ой, я зацепил. Ничего, ничего. Насколько это? Секундочку. Да вы знаете, когда 16 лет, блин, привыкаешь, ну и то страшно становится. Периодически. Ух ты. Спутники видно? Рядом точки белые. Точки вижу, да. Это Галилеевы спутники. Каллисто, Ганимед. То, что он увидел первый, да? Ну да, да. Ну, по крайней мере, так говорят. Красивая легенда, почему нет? Красиво, раз. Ну, пошел вверх тут. Да, а вон над девятиэтажкой есть Венера. Не видите? Сейчас я им дома. Я не знаю. Сейчас я наведусь, пока она не сбежала. И пока мы никому в окно не залезли.